Помощь пострадавшим районам сейчас оказывают всем миром. В стороне от беды наших земляков не остались и крупные компании со всей страны. Сегодня стало известно, что на восстановление Прибайкалья от паводков пожертвуют более 1 000 000 000 рублей. Об этом на встрече в Иркутске договорились председатель законодательного собрания региона Сергей Сокол и глава Ростеха Сергей Чемизов. Сотрудники госкорпорации, в которой трудятся более 600 тысяч человек, готовы принять участие в добровольном сборе средств. Деньги пригодятся для восстановления инфраструктуры после сильнейшего подтопления за последние 10 лет. От воды пострадали около 40 социальных учреждений. На ремонт и строительство каких именно направят средства, будет решаться совместно с областным правительством. Мы сейчас подсчитываем, какой масштаб ущерба для сельхозугодий. Мы встречались с Агропромышленным союзом. Будем думать, каким образом решением законодательного собрания компенсировать тем, кто потерял свои хозяйства, в том числе огороды, в том числе дачи. Многие из них были документально не оформлены. Мы бы не хотели просто деньги перевести никуда. Мы хотели бы сделать конкретный объект построить, не знаю, там может поселок или там объект, но это все-таки более 1 000 000 000 сумма в целом на бюджет. Я думаю, что это за эти деньги можно сделать хороший какой-то объект.